Мусорный полигон, в воздухе запах гари. Здесь сжигают коммунальные и биологические отходы. Эту свалку в микрорайоне Клязьма-Старбеева обнаружили во время проверки. Рейд провела администрация Химок и территориальное управление городского округа. Людмила Преснякова переехала в этот район совсем недавно. Каждый день гуляет здесь с внучкой. До свалки около 3 километров, но запах от выбросов все равно чувствуют. По вечерам запах присутствует гари в поселке. Почти, ну, чуть ли не каждый день. Приходится закрывать форчики, окна. Невозможно открыть, потому что особенно утром. Такой запах утром стоит, вот, где-то часов до 11, до 12 с утра. Владелец мусорного полигона уже привлечен к административной ответственности. Ему грозит штраф до 1 000 000 рублей. При этом за свой счет он должен ликвидировать свалку, восполнить ущерб. Чтобы его оценить, на место выехали специалисты лаборатории Министерства экологии. На данной территории засыпан пруд русловой, ручей. И вот эти вот все стоки, сбросы загрязненные попадают в Клязьминское водохранилище, тем самым ухудшая еще и состояние водного объекта, питьевого назначения. За экологической безопасностью следят внимательно. Незаконные свалки не задерживаются. Выявляют их активно. Только за лето найдено 4 владельца нелегальных мусорных полигонов. И уже привлечены к административной ответственности. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.